100% сконцентрирован на этом поединке. В этот раз он знает, что от этого боя зависит очень много. Я никогда не видел Владимира настолько сконцентрирован, насколько сфокусирован на этот бой. Самое главное в спорте и в жизни – это опыт. В отношении кондиции, выносливости, скорости, силы, взрывных качеств, техники мне нечем сравнивать Джоша и Владимир. Владимир будет доминировать и уверен, что этот поединок закончится досрочной победой Владимира. Будем болеть, и я думаю, что Владимир сделает все для того, чтобы вновь здесь, в Лондоне, поднялся украинский флаг и по всему миру прозвучал украинский гимн. Победный украинский гимн.